По действующим законам и правилам на место в школе претендуют все дети, начиная с 6,5 лет. В школу по месту регистрации их примут по заявлению родителей. Необходимо будет предъявить оригинал свидетельства о рождении, а также документ, подтверждающий место регистрации ребенка. Это рекомендуется сделать в обязательном порядке. Выбрать школу можно будет после 30 июня, только если в ней будут свободные места. После 30 июня, с 1 июля, можно претендовать на вакантные места в образовательных учреждениях. По территории возьмем всех, и если будут вакантные места, будем брать и не по территории. До 5 сентября включительно идет прием в образовательные учреждения.